Несмотря на то, что сезон отпусков завершается, важно помнить о праве налоговых органов обратиться к судебным приставам, чтобы те ограничили выезд должников за пределы России. С такой проблемой уже столкнулись свыше 2000 должников. Оплатить задолженность можно через интернет, используя сервис «Личный кабинет налогоплательщика» или «Заплати налоги». Что касается налогов за 2017 год, специалисты инспекции завершают формирование уведомлений. Жители Воскресенского района получат документ в сентябре. А заплатить налог на имущество нужно до 3 декабря текущего года.